Ибрагим много подарил монеток бесплатно. Еще много подарков. У нас вот таких много мыла подарил. И если вы покупаете даже одну банку, вот этот подарок был от Ибрагима. Это подарок. То есть мы не платили за это деньги. И, ребята, можно от цен чуть-чуть торговаться. То есть все зависит от вашего мнения. И давайте мы посмотрим. Ибрагим. Да, меня зовут Руслан. Всем привет. Очень Ибрагим. Смотрим, где находится. LG Вайкики. В большом магазине Сен-Замол. Любой таксист вас привезет от 3 до 5 долларов сюда. Там рядом большой магазин и аптека. И вот здесь находится великолепный такой хороший ларек. Мы здесь уже не в первый раз покупаем. Полгода назад мы были здесь и покупали много вещей. И вернулись сюда опять к Ибрагиму. Давайте расскажем, Ибрагим, что вот просто цены, что это? Здесь мило, натуральное мило для лица, для тела. Это почти 1 доллар, 2-3 доллара. 1-2 доллара. Так, вот здесь что у нас получается? Это здесь масло черный тмин, жужоба. Так, отлично. Сколько это стоит? 10 долларов. Приблизительно 10 долларов, да. И вот мы тоже такого много купили, это 4-5 долларов стоит, да? Это крема. Очень хорошие крема, мы берем их постоянно, вот рекомендую. Знаменитая паста за 1 доллар вот идет, 70 миллилитров, очень хороший объем, да. А вот что, давайте еще здесь расскажем, вот у нас вот на этой площади. Шампуни для волос. Приблизительно сколько? 5 долларов. Настоящие египетские хорошие шампуни, которые стоит тоже попробовать вместе с белорусской, русской косметикой, египетской, настоящей. Смотрите. А что вот здесь вот? Это духи для тела. Духи для тела. А сколько стоит духи для тела? Это 5 долларов. 5 долларов. Это маленькое за 2. Так, а вот приблизительно что это здесь? Это коллаген для лица. Морщин очень помогает. Коллаген, да? Ясно. А вот здесь? Вот там маза суставов. Суставов, да? 2 доллара маленькие, да? И вот эти знаменитые мы брали у вас таких 3 штуки в прошлый раз. Это сколько стоит? 3 доллара, да? 3 доллара. Да, приблизительно. Очень помогает. Мы берем неоднократно растирать суставы. Очень отличная штука. Рекомендую всем. Сам проверили вот на себе. А есть масло для арома, это для арома для ванны. А арома для ванны, да? Приблизительно сколько это в долларах? Это 3 доллара. 3 доллара, да? А что такая красивая баночка? Что вот это? Это, вот? Это соль. Соль, ванна, соль, да. Соль ванна, да? Сколько соль? 7 долларов. 7 долларов, настоящая египетская там соль. Скраб за 2 доллара. Скрабы по 2 доллара. Слушайте, скрабы по 2 доллара, это отличная цена. А масло для массажа за 10, если маленькие за 5. Так, маленькие за 5, вот эти вот египетские за 10, 10, да? Масло для массажа. А есть крем для тела натуральный. Крем для тела натуральный. Это 15 долларов. Это вот 15 долларов, да? Это масло ши, да? Масло ши. А, ну это вот я скажу, что это нормально. Большая банка. Нам в другом магазине в два раза дороже предлагали. Это хорошая цена. И еще... 1 доллар паста. 1 доллар паста, да. Ну и еще от всех цен всегда, вы, чем больше набираете, тем больше скидков и подарков. Попрощаемся с Ибрагимом, большое спасибо. И мы через полгода вернемся сюда, сделаем новый обзор и много что купим. Спасибо. Все, счастливо, пока-пока-пока.